Филология — это не просто наука о языке, это целая вселенная, в которой каждое слово, каждая фраза и каждый звук имеют свой особый смысл и значение. Филолог, подобно археологу, раскапывает древние тексты и пытается разгадать их секреты. На сегодняшний день Институт филологии и межкультурной коммуникации — один из ведущих и крупнейших институтов КФУ. В нем готовят высококвалифицированных специалистов. В нашем институте в настоящее время реализовываются различные программы в области филологии. Мы готовим специалистов в области русской филологии, татарской филологии, зарубежной филологии. И нам очень приятно, что ежегодно к нам все больше и больше вступают ребята, молодые люди, которые очень хорошо владеют разными языками и интересуются литературой, языком, языкознанием. И мы надеемся на то, что эта тенденция будет продолжаться. Для этого создаются все необходимые условия. Каждый год проходит по-особому. Однако есть традиции, без которых не обходится ни одно празднование. Задолго до торжества в холле были организованы интерактивные площадки, подготовленные студентами и преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации. Всего было 7 станций с заданиями филологического уклона. У нас станция называется Memory. Вы должны запомнить все карточки. Карточки на разных языках. На китайском, татарском, русском, английском и также армянском языке. Каждый человек запоминает, вся команда запоминает все карточки. Затем они должны найти пару каждой карты. Переворачивается и задание на запоминание. Игра наша называется «Продолжайка». Наша игра про идиомы. Когда ребята к нам подходят, им приходится здесь вспоминать свои знания из области фразеологии, например. И наша игра на двух языках, на английском и на татарском. Студенты смогли проверить свои знания русского, татарского и английского языков в индивидуальной или групповой форме. Перед началом игр кураторы и волонтеры станции рассказывали ребятам о правилах и условиях участия. Дальше началось самое интересное — составление пар синонимов и антонимов, объяснение слов и их происхождение другим студентам. Известны многим игры «Крокодил», «Уна» и многое другое. Я учусь на педагога русского и английского языка, и, конечно же, мне нравится больше всего изучать языки именно русский и английский, и также мне нравится как раз-таки жизнь моего института, насколько она насыщенная, интересная, вот, и, в принципе, мне нравится учиться как раз-таки изучать вот все, что связано с филологией, языками и лингвистикой. На самом деле, я пошла на педагога английского и китайского, и для меня языки — это что-то родное. Я уже с детства учу языки, и это очень близкое мне. Я очень люблю вообще смотреть клипы, какие-то фильмы на разных языках. Мне очень нравятся, в принципе, люди, которые здесь учатся, потому что они все очень разные, все очень творческие. У нас активно развивается творческая деятельность, это прекрасно. После развлекательной части в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации подвели итоги пройденных ребятами испытаний, после чего состоялась концертная программа с творческими, театральными и вокальными номерами. Этот день запомнится студентам и преподавателям надолго. Этот праздник, который напоминает нам об исключительной важности знания языков и литературы для сохранения духовного наследия человечества. Риана Файзулина, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.